Расскажите, пожалуйста, вообще, какие ваши ощущения от победы? Ну, играла в DFM, хотела победить, как бы желаемый настрой, получила приз главный. Было ожидаемо то, что вот сегодня выиграете главный приз? Да, хотела, чтобы выиграть, как бы ждала. И последний вопрос. Что планируете делать с велосипедом? И кто на нем будет кататься? Ну, как бы по очереди, наверное, с мужем будем кататься. Учить дочку? Дочку, да, учить.